Всем привет! Сегодня у нас HTC One S, такая вот модель, и замена гнезда зарядки. Снимаем заднюю панель, она у нас прилеплена на скотче, просто отстегиваем ее. Далее верхнюю сняли. Снимаем нижние болтики, два внизу, отстегиваем вот эту вот пластиковую подложку антенны, вытаскиваем спереди, четыре болта спереди, не путайте их, они разные. Далее нажимаем вот сюда, таким образом вылазит экран у нас с платой, снимаем, снимаем вот эту рамку красную, она внизу держится еще на одном болте, отстегиваем батарею. Шлейф вытаскиваем, разъем антенны, далее под пластиком здесь у нас еще три шлейфа, шлейф кнопок включения, экран и тачскрин. У нас вообще отвалился. Вырвали его. Сняли плату. Давайте зачистим контакты, дадим флюс, зачистим рабочие контакты, добавим припой. Посадочные места. Зачистили. Сейчас мы поищем гнездо зарядки, которая нам необходима, потому что данного родного HTC у нас нету. Ну, ничего страшного, потому что очень много похожих на него. К примеру, вот это гнездо подходит нам. Оно идет на многие китайские телефоны, также идет на многие модели HTC. Также ее можно поставить на Nokia, на некоторые из моделей. Обращаю внимание, ножки, видите, они загнуты, их можно отрезать смело. Они нам не понадобятся. Таким образом их выпрямляете. Видите, она стала длиннее. Здесь, с этой стороны, примерили. Длинновато чуть-чуть. Давайте его укоротим.
примерим. Все отлично, гнездо подходит. Вот его форма, я вам отсюда покажу. Можно ставить. Снимем вот этот защитный экран, чтобы он не мешался. Так будет удобнее. Выставляем разъем строго по контактам нижним. Главное, чтобы они совпадали. Выставили, прижали. Взяли припой. Прихватили. Можно отпускать. С другой стороны поставили. Теперь непосредственно сами контакты. Если жало не позволяет, возьмите потоньше. У меня вроде все достает. Припаяли, проверили. Лучше проверять под микроскопом. Припаяли, проверили. Можно под микроскопом. Ставите под микроскоп, проверяете. Еще удобнее. Не надо ломать глаза. Ставим обратно металлический экран. Собираем. Вставляем шлейф обратно. Застегнули. Нижний шлейф. Батарею, кабель, пластик назад, далее пластиковую рамку красную вот эту ставим. Прихватили, в пазы ввели, вот она защелкивается здесь наверху. Далее металлическую рамку основную ставим вот так вот сверху и опускаем.
слушайте внимательно, здесь кнопка звука западает иногда. Старайтесь не трогать ее пальцами, чтобы она не запала. Все таким способом. Давайте проверим зарядку. Включаем кабель. Друзья, лампочка загорелась, видите, красная. Это значит, что телефон заряжается. Ничего сложного. Закручиваем. Болты не путайте. Верхние, нижние, тонкие, толстые. Все вкручивайте на свои места. С вами был Дов. Всем спасибо за внимание. Мы только что поменяли гнездо зарядки на ЧТС One S. Подписывайтесь на наш канал. Всем доброго дня и до свидания.